ヤブロンカ通りは、燃えた後のような車は、まあ、全く今なくなって、パッと見ただけでは、普通の通りに見えます。この上に大きな黒苔の跡があります。ガラスもあちこち割れています。天井が焼け焦がれています。うわ、тут я обнаружив труп людини, яка згоріла заживо. Кандені яке когота зотайно. А він тут один. Цигайкот тут один жив, виживав один. Ярімас. Уже днів 30. When this body was found? А коли ви його знайшли? Я його знайшов десь 27-го, 28-го лютого. Коно шоумені гарас кожу га атте, соко га ロシア軍の拠点にしていたというふうに言われています。完全に瓦礫になっています。これが彼の自宅です。こちらが、ロシアが拠点を置いていたガラス工場の方角で、でここを貫通して、ここに入っていって、ここから出て、被害が広がっているということです。で、確かにこの辺り、真っ黒に焦げています。テレビジョン、見えてる、ここの人たち。там полностью всё. Ну и вот. Здесь я живу. あ、溶けています、テレビが。Здесь я живу.天井はもう真っ黒。Крест? Да. Нет. А металлический? Металл, да. Не сгорел. Да позвони, ну-ка. Кону оку не ар гарас кожоу га Росия гун на кютен, де коку кара хогеки га... Вот, вот эти все дырки, вы же видите? Эти все дырки. Это от крупнокалиберной от этой штуки. Таймара хогеки га атта. Я вас покажу вам потом их. Ну как бы слушай. Кону... Хахауя но хея датта ということですが、真っ黒に焦げていまして。Ну вот так вот. Кону ана кара... 貫通して、隣の部屋まで、銃弾が抜けていったそうです。даже остался. Но это получается, эти не сгорели. Только можно. Мы видели как бы. Ну вы видели последствия как бы. Вот это с пятого этажа мужик погиб на моих руках. Ну видели вы, как они его стреляют? Да, конечно. On the fifth floor there was. Я просто я не вышел, а он стоял там внизу. Но потом я вышел и уже его забрал. И мы его похоронили, в течение пяти минут умер. А, это вот за домом, да, который? Калашников. Ну, so, где я магазин нашел? From магазин, I mean, Калашников. Да, повезло, они пошли наверх отстреливать людей. Это делали каждый утро. From the fifth floor. Fifth floor. Каждое утро делали такую зачистку, только от наших. То есть они просто ну, злились и да, на мирных людей, да, отыгрывались на мирных людях, ни в чем невинных вообще. Где-то 31-го, 1-го уже прекратились выстрелы, они ушли. Не только здесь, там наверху, ну короче всех, кого, ну, они обозленные были, потому что три танка их уничтожили. Это тут его подъезд, он вышел с подъезда. На лавочку посадили. Мені його жінка розповідала, бо другого чоловіка поранили сильно в ногу. Я ходила перев'язувати. Карева, ここで食事の準備をするために出てきたということで、で、ロシア軍がこの場を撤退する直前だったということです。